Со следующего года в российских школах появится предмет начальной военной подготовки. Решение уже принято. Высказанную ранее думскую инициативу уже одобрили в Министерстве обороны, а сегодня и в Минпросвещении. О том, как будет выглядеть НВП и что по этому поводу думают школьники и их родители, расскажем далее в сюжете. Как предмет, это, мне кажется, вообще не надо. Ну вот в целом, да, если все-таки введут, то вот сам будешь ходить, какую-то пользу, думаешь, получишь от этого? Да куда мне ходить уже? Один класс остался. Поэтому мне некуда ходить. Александр учится в 10 классе. К военной подготовке в школе, рассказывает, относится положительно. Стрельба, рукопашный бой и строевая подготовка дополнительно, но обязательно начнется для него во втором полугодии. Сейчас десятиклассники проходят все в теории. Армейский спецкурс раз в неделю существует по решению школьного руководства. К появлению еще и отдельного предмета ученики этой отдельно взятой школы относятся со скепсисом. Как отдельный предмет, мне кажется, только... как будто он не нужен. Допустим, в старшей школе в основном идет подготовка к экзаменам, и можно делать только какие-то небольшие недельные сборы для учеников. А в младших классах пока, ну, как мне кажется, это не надо. Мало желающих, которые хотят это сделать, пойти по этому образованию среди моих друзей, знакомых. И я считаю, что, наверное, лучше вести какие-то полезные уроки, как финансовая грамотность, которая пригодится. Если, не дай бог, опять война будет там где-нибудь... то, может быть, и пригодится насчет автомата, а вот насчет марширования не думаю. Добавить 140 часов начальной военной подготовки в программы 10-11 классов предложили в Госдуме. Инициативу уже одобрило Министерство обороны, а позже и Министерство просвещения. Программу нового предмета предполагается взять из курсов юнармии. Огневая подготовка – это стрельба из различного вида оружия, то есть это пневматический вид оружия, конечно же, пистолеты и винтовки. Строевая подготовка – это приемы строевые в составе подразделения и в одиночном, как на месте, так и в движении. Также есть у нас радиационно-химическая, биологическая подготовка, это РХБЗ. Историю Отечества изучаем на основе изучения Великой Отечественной войны. Подготовка в юнармии касается и девочек. Их в структуре до 50%. Школьный же предмет, по мнению родителей, должен главным образом касаться мальчиков. Вчера я разговаривал с завучем одной из школы. Она мне с гордостью сказала, что девочки у них в школе лучше разбирают автомат Калашникова и собирают, чем мальчики. И здесь, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, наводит на определенные мысли, согласитесь. То есть те люди, которые должны воевать, будут, да, обязаны воевать, они с оружием обращаются хуже, чем те люди, которые их в армию не призывают. Решать, кому из школьников проходить начальную военную подготовку, будут специалисты Минпросвещения. Предмет появится в учебных заведениях с 1 сентября 2023 года. Пока же введение курса молодого бойца остается на усмотрении каждой школы. Дмитрий Заднепрянов, Данил Дубенко, 7 канал.